Выставка новейшей сельхозтехники прошла в поселке Новоберезанском. Официальный дилер «Ростельмаш» компания «Югпром» представила новейшие модели зерноуборочных комбайнов и трактор. 30 сельхозпроизводителей из Кореновского и соседних районов приняли участие в показе. Мы представили 3 единицы техники, это 2 зерноуборочных комбайна. Вот, самые популярные машины, которые уже в течение 3 последних лет являются лидерами в продажах, это комбайн Акрос 595+, имеющий в своей основе классическую барабанную систему оборота и увеличенную эффективную систему очистки и сепарации. Также представлен комбайн Торум 750-я модель. Это комбайн инновационного системы обмолота роторного, обмолота и сепарация роторного типа, что позволяет достичь невиданных результатов при уборке именно риса, что характерно для Краснодарского края, вот, а также кукурузу и зерновых культур. Трактор 375-я модель, то есть шарнирно-сочлененный трактор, вот, мощностью 375 лошадиных сил. Все, кто оформили бланк-заявку, получили дополнительную скидку 5% на приобретение техники. Добавьте 15% скидки по программе 1432, плюс 8% по программе модернизация «Ростельмаш», и выгода при покупке составит 28%. Рады, что это Кореновский район. Тем более, что пригласили мы не только сельхозпроизводителей своего района, но и приняли в гостях Выселковский, Тимашовский, Динской районы, которые приехали, оценили наше гостеприимство, познакомились с техникой, мы готовы сотрудничать, информация вся есть в сельхозуправлении, мы отправили телефонограммы всем сельхозпредприятиям, всем фермерам, то есть готовы заключать договора, быть посредниками между заводом и предпринимателями. Эта техника давно знакома сельхозпроизводителям. Сегодня «Ростельмаш» спорит по качеству с зарубежными производителями. Главное преимущество комбайнов новейших моделей – снижение стоимости уборки. Способствует этому уменьшение расхода топлива, увеличение объема бункера, минимизация потерь. У нас он работает 1 год, зарекомендовал себя, конечно, хорошо, но потому что там, в принципе, это стоит все проверенное на базе ДОН 1500. Вот, нареканий особо нет. Там что-то может быть по мелочи, конечно, всякие недочуды. Ну, вот сейчас даже ребята сказали с завода, что они это устраняют. Потому что, когда комбайн становится посреди уборочной страды из-за какого-то некачественного подшипника или еще чего-то, это, ну, сами понимаете, это для сельхозпроизводителя нож в сердце. Подробнее обсудить новые узлы в агрегатах, а также условия предоставления лизинга сельхозпроизводители смогли на презентации. Улучшение той или иной модели зерноуборочных комбайнов активно обсуждалось участниками выставки. Больше всего говорили о продлении гарантийных сроков, а также о поставке запасных частей. На эту выставку приехали целенаправленно. Мы 3 года назад приобретали 2 комбайна Акрос 590+. Значит, до прошлого года, в 2016 году, завод проводил акцию по замене недоработанных наклонных камер, но мы не попали в эту программу. И вот на этом совещании я непосредственно услышал, что эта программа продлена. И вот хочу лично поговорить, узнать, мы попадаем под эту программу, чтобы заменить наклонные камеры на усиленные модели. Специальные предложения для аграриев Кубани позволяют купить технику с хорошей выгодой. Учитывая, что цены на зерно не повышаются, а из-за роста доллара импортные комбайны стремительно дорожают, многие сельхозпроизводители готовы задействовать на полях технику завода «Ростельмаш».